Спасатели обследовали ледовые переправы на Вятке в Уржумском районе, проверили лед в деревне Тюм-Тюм и в селах Русский Турек и Цепочкино. По этим путям переправляют лес, нагрузка большая, дороги рассчитаны на тяжелую технику. По итогам осмотра сотрудники МЧС сделали вывод – все в норме. Толщина льда, дорожные знаки, дежурство и все остальное соответствуют требованиям. Также спасатели подвели итоги работы за прошлую неделю. Зарегистрировано 34 пожара, погибших в них нет. Спасли 18 человек. Кроме того, спасатели зарегистрировали первую в этом году трагедию на водоеме. В Орловском районе нашли тело утонувшего рыбака. На прошедшей неделе зарегистрировано первое в этом году происшествие на водных объектах. В Орловском районе водолазы нашли тело пропавшего рыбака. 5 февраля в Старице Вятки, в 5 километрах от города Орлов, специалисты Кировской областной пожарно-спасательной службы обнаружили погибшего 75-летнего мужчину. Рыбак провалился под лед в месте впадения небольшой речки. Из-за течения лед там неоднородный и рыхлый. Имеются промоины и омуты.